В Люберцах стартовала масленичная неделя. 7 дней жители городского округа будут печь блины, принимать участие в тематических мероприятиях и готовиться к Великому посту. Представители старшего поколения уже приступили к празднованию и не забыли пригласить нашу съемочную группу. Старт масленичным гулянием дан. Заряд позитивного настроения подарил фольклорный ансамбль «Томилинская слобода». В зале Дворца спорта «Триумф» собрались люди, которые ведут активный и здоровый образ жизни. Отмечать все праздники вместе для них уже традиция. Вижу, что вы прекрасно выглядите, благодаря в том числе занятиями в рамках проекта «Активное долголетие». Вот. От себя могу только пожелать, чтобы вы вот такой дружной компанией продолжали двигаться по жизни. Мы для этого будем прикладывать максимальные усилия. Гости праздника – участники проекта «Активное долголетие», которые посещают спортивные и творческие секции, а также подопечные физкультурно-оздоровительного клуба «Надежда». Сегодня в нем занимаются около 80 человек. Адаптивный спорт у нас представлен именно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому возраст этих людей, ну, порога мы понимаем, да, практически не существует. Поэтому возраст разный, а занимаются их, вот начиная там от самых разных творческих профессий, да, заканчивая там, не знаю, поварами, техниками, там, какими-то учеными, да, и так далее. В первый день масленицы всех ждали викторины, познавательные беседы и концерт. А в конце встречи по программе чаепитие с главным праздничным блюдом. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.